И первыми жертвами сокращения аппарата мэрии стали уже 4 экс-заместителя городского головы. Теперь у Александра Сина будет не 8, а 5 замов. 3 из них сохранили свои должности. Это Сергей Гладченко, Виталий Гриценко и Валентина Малыш. 2 заняли эти должности в первый раз. Так, первым заместителем мэра сегодня был избран председатель фракции партии регионов в горсовете Андрей Иванов. И должность еще одного из замов занял экс-секретарь горсовета Юрий Коптюх. 4 бывших заместителей городского головы сегодня лишили своих должностей. Это Владимир Грищенко, Наталья Новак, Олег Дорофеев и Александр Кузьмин. Решение по выбору именно этих людей объяснил мэр Александр Син. Для мене особисто дуже було тяжким прийняти рішення щодо того, хто конкретно повинен залишити ці посади. Але вважав для себе і вважаю, що приймаючи рішення щодо скорочення загальної чисельності, було б нечесно залишити кількість заступників в тій же кількості, яка вона була.